Курсы игрой охвачена, была я всюду первой. Отличницей, общественницей, стервой. Меня не научили быть второй. Остановить бы тройку на скаку, спросить, куда, родимая, несешься, что первенством от смерти не спасешься, я знаю, чем спасешься, не секу. Переборов ребяческую прыть, живу неспешно, то есть драматично, предпочитая не демократично, а царственно решать, куда мне плыть. И мне уже не страшно быть второй, и пятый, и десятый, и последний. Да может тот бессмертный, кто бессредний, и тот первей, кто замыкает строй. Кто варит варенье в июле, тот жить собирается с мужем. Уж тот не намерен, конечно, с любовником тайно бежать. Иначе зачем тратить сахар? И так ведь с любовником сладко, к тому же в дому его тесно. И негде варенье держать. Кто варит варенье в июле, тут жить собирается долго. Во всяком уж случае зиму намерен перезимовать. Иначе зачем ему это? И ведь не из чувства же долго он гробит короткое лето на то, чтобы пенки снимать. Кто варит варенье в июле, в чаду на расплавленной кухне, уж тут не уедет на запад и в Штаты не купит билет. Тут будет по мертвым сугробам ползти на смородинный запах. Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет.